На прошлой неделе, ну, наверное, самым значимым, важным для меня событием стало приобретение автомобиля. На прошедшей неделе самая интересная подготовка к дебюту, активная очень подготовка к дебюту. Мы всей группой танцуем, поем, подбираем музыку, ругаемся. Ко мне пришла муза, и я стал счастливым человеком. Ну, мы сдали колоками по физике. Мы очень этому рады, потому что у нас очень строгий преподаватель. Ну и у нас получилось. В прошедшие выходные мы у племянника праздновали кашу. 3 месяца маленькому племяннику. А я на прошлой неделе устроилась на новую работу. За прошедшую неделю я готовился к реферату по концепции естествознания. И вот сегодня наконец-то я его закончил. У меня началась сессия, я этим счастлив, между прочим. Я ушел на это время в отпуск, и теперь у меня учебный отпуск. Это замечательно. На прошедшей неделе я впервые сделал хоуфлип. Ну, это трюк на скейте, это прыжок и поворот скейта. Клевый трюк. Делай его почаще. Я провел сделку в своей компании, наконец-то. Мы долго работали вот по продвижению нашего программного продукта. И он наконец-то заработал. А я выздоровел. 4 недели болел. 90 лет УРФУ объединенным уже. Вот. Разные собрания в честь этого тоже было довольно-таки интересно. За прошедшую неделю я продала автомобиль, и сейчас в предвкушении покупки нового автомобиля. На прошлой неделе вышел новый выпуск газеты «Тевтонский орден», который меня напечатали. На мою статью с моей подругой приняли редакторами, нас похвалили, напечатали. Мы очень счастливы. В общем, мы всей группой дружно защитили курсовой проект и были очень этому рады, так как это облегчение, и это было очень интересно. Мы, на самом деле, наконец-то избавились от какого-то груза. Тема была очень приятна, мы получили 5-ки, и, в общем, все хорошо. Хорошо, спасибо. Все.